Меня вынудили. Он все спланировал, рассчитал. Я все скажу. Он бил меня в лицо и истязал. Он выкручивал руки. Мой сын, он садист. Он заставит кого угодно. Он работает здесь продавцом. Заставил меня до старости лет. Такое позорище. Не убивайте меня. Я больше не буду, клянусь вам. Хватит орать, папа. Весь квартал разбудишь. Сынок, а как ты узнал, что я здесь? Как только обнаружил пропажу ключей из своего кармана. У тебя пропали ключи. Казенные. Папа, хватит строить из себя идиота. Верни коробки на место, пока я не вызвал наряд милиции. А почему, сынок? Никого нет. Все шито-крыто. Мы наварим на этой обуви хорошие бабки. Папа! Еще слово, я врубаю сигнализацию. Сейчас я уношу. Так бы сразу и сказал. А нахрена нам с тобой женская обувь? Ни одного порядочного размера. Женская обувь. Веришь, нет, сынок, сам от себя не ожидал. Какое-то наваждение. У тебя каждый день наваждение. Руки. Месяца не прошло, как тебя выпустили по амнистии. Уже в четвертый раз влипаешь в какое-нибудь дерьмо. Деньги, сынок, чтобы они сгорели. Веришь, нет? Как про деньги подумал, и так башня и улетает. Как бы она однажды к тебе не вернулась, твоя башня. Что такое? Что опять? Они меня убьют, Алиса. Они убьют меня, насмерть убьют. Ну-ну-ну, успокойся. Конечно, убьют. Если не откажешься от своей бредовой затеи. А если не убьют, а? Если принесет, Алиса, всегда ж проносила. Убьют. Даже не сомневайся. Спи спокойно. Спи. Глазки закрываем. Тихо. Ну, ты идешь, нет? Мне, между прочим, на работу в 8 утра. Я, кажется, надорвал себе поясницу. Так тебе и надо. Будешь валяться дома, а не искать приключений себе на задницу. Недобрый ты, сынок. Отец тебя рожал, кормил, воспитывал. Воспитывал. 4 раза в перерывах между отсидками. Ну, чего у тебя? Спина. С башмаками твоими гребаными перегруз вышел. Все, жадность твоя, папа, патологическая. Ну, куда ты столько коробок на себя нагрузил? Все равно в жизни бы не донесся. Энергию девать некуда. Иди вон, работай. А мне работать западло, сынок. Я в законе. Не спеши людей, папа, в каком ты законе, шут гороховый. Вот я все думаю, сынок. Откуда у тебя такая злоба к отцу, а? Такая ненависть? Где я тебя упустил? Где не доглядел за тобой по жизни? Или ты мне завидуешь, что у тебя такой фантазии нету, а, сынок? Завидую, папа, угомонись уже. Чистыми. Лиха! И вот таким образом, в результате слияния наших капиталов, в единый стальной кулак мы получаем беспрецедентную монополию. Билл Гейтс отдыхает. И уже через полгода мы начинаем грести прибыли, о которых не смеет мечтать ни один легальный предприниматель в мире. Да я сам под такое дело готов снять себе последнюю рубашку. Очень важное совещание. Не входите сюда.
моя половина. Как прошла презентация, дорогая? Блестяще. Не успела я раскрыть рта, как тут же обрушилась на задницу. На глазах у миллионов телезрителей. Один вопрос, любимый. В какой подворотне ты купил эту прелесть? Какую, дорогая? Вот эти туфельки, которые ты мне преподнес за 1500 баксов ко дню рождения. О, туфельки? Да. Туфельки? Да. А что? Симпатичные туфельки. Да что ты? Верно, господа? Бумажные. Для покойника. Прошу прощения, господа, домашней радости. Нет! Отсюда! Нет! Зря стараешься, радость моя. Сколько бы ты ни пыжилась, тебе не сорвать переговоров. На-кася, выкуси! Жора, отдумайся, куда ты лезешь. Тебя прихлопнут, как комара. Хватит каркать! Ты обязана помогать мужу, а не делать из него посмешище. Да лучше живое посмешище, чем крутизна в могиле. Ты опять про могилу, змея. Так вот, запомни, будешь вставлять мне палки в колеса, я сам тебя туда уложу. В таком случае, любимый, а? Тебе придется еще разок раскошелиться. Вот гады, а! 300 рублей содра. Чёрт, матери! Миллиардные прибыли. В торговом зале тебя дожидается вот такой вот мешок с валютой. Мешок? Какой мешок? Из которого ты должен отсыпать чуточку на развитие магазина. Шевелись, дубина, и попробуй ей не всучить что-нибудь из позапрошлогодней коллекции. Вы что? Кто станет покупать такое барахло по таким ценам? Это для тебя, голодранца, это барахло. А для нормальных людей, фигу Чарбаргану. Давай, упустишь покупательницу, уволим чертям собачьим. Осторожно! Вы здесь? Час назад вы грохнулись на пол по телевизору. Мы с хозяином хохотали, как дураки. Знаете. Вы куда? Поищу магазин, где тебе не будут хамить с порога. И в мыслях не было вас обидеть. Вы разве не по сценарию рухнули? Я рухнула по собственной инициативе. Но зачем? Чтобы вы с хозяином хохотали, как дураки. Долго мне тут еще босиком разгуливать? Слушаю вас. Обуви. Обуви мне дайте, обуться хочу. Понятно? Ясно. Вам какой обуви? Крепкой, надежной, какая есть. Вам для отдыха, для работы, для торжества? А как по-вашему? Похороны – это торжество или отдых? Мои соболезнования. Вот. Вот это, мне кажется, в самый раз. Вот это? На похороны? Да. А в чем, по-вашему, нынче модно хранить надежды? Ах, надежды. Угу. Удачный выбор. Не туго? Пошевелите пальцы.
боже, какое дерьмо. Вот и я говорю, дерьмо. Он Моргана, Моргана. Заменить? Что? Кого заменить? Боже, упаси. Чем хуже, тем лучше. Завтра пресс-конференцию давать левую. А вам когда-нибудь приходилось хоронить надежды? Делать мне больше нечего. Хоронить, воскрешать. Гоните ваши надежды в шею. Сэкономите на похоронах. Готово. Ух, они такие гадкие, что у меня даже настроение поднялось. Всегда рада угодить покупателю. Да? Вы не башмачник, вы психотерапевт. Просто мне позарез нужно всучить вам какое-нибудь барахло. Иначе меня выпрут отсюда без выходного пособия. Алло? Да! Что? Ты что, спятил, что ли? Ты... Так, я умоляю, я тебя умоляю, дождись хотя бы моего приезда. Я буду вот-вот, 10 минут максимум. Алло, девушка! Уйдет! Уйдет! Уйдет, дубина! Нет, дорогой мой, это не блестящая шахматная партия. Это свинство, которому нет оправдания. И в этот раз ты пересвинячил самого себя. Ах, ты относишься к этому как к комплименту? Отлично, тогда найди себе другую дуру, которая будет хрюкать с тобой в унисон. А на меня больше можешь не рассчитывать. Я это уже слышала и не раз. Последний раз был год назад, ты мне в ногах валялся, ты не помнишь? Все. Слушай, все, разговор закончен. Радио «Доктор» по будням в 12:30. Здравствуйте, это ваш персональный радиодоктор. Меня зовут Екатерина Маркова. Следующие несколько минут на здоровье и всем, что с ним связано. Башмачник? Что за выходки? Вы забыли рассчитаться за босоножки. Из-за этого нужно было бежать за мной через весь город? Эти босоножки — моя двухмесячная зарплата. Деньги на бочку. Допрыгался? С самого рынка себя пасу. Серега, давай на ручку. Ошибка. Не я. Это ошибка. Ребята, ребята! Всем надо! Ограбление! Капусту, собака! Зеленый! Ты куда? Отстой! Ты не говорит на суд! Отцепи слепучка! Зеленый! Зеленый! Братан! А я тебе, веришь, нет, по наколке. Отвали, козел, башку снесу, мозгами умоешься. Да ты что, зеленый, не узнал. Зеленый, магистраль, Ухта, Уренгой, вторые нары от параши налево. Ну, а ребята тени лыком шиты, Настеньку в кусты. Вонючка, вонючка ты, дальше что? Как что? Вот тена. Ты-то как? Давай, рассказывай. Дятел, влипли! Качай, уходим! Хорош, детка, хорош! Заложника! Заложника забыли! Бакля, влипли!
Вставай к парадному! Где машина твою, мамаш? Везде! У черного хода, мы ж туда собирались линять. Батля, под окном! Машину давай! Не стреляйте, не в заложник! Я вижу, ты при деле зеленый! Солидно устроился! Не то, что я! А у меня, веришь, нет, жизнь такая, что хоть криком кричи. Свистит по наклонной, как дерьмо в канализации. Захлопни пасть, придурок! Левее бери! Левее! Он побежал! Да, ну ты, спасибо! Тут ты косая рожа, зла не хватает! Выше бери! Выше! Мама. Эх ты, горе луковое! Головы, головы! Давай сюда, сюда, говорю, быстрее! Бакля! Куда, братаны, напарника забыли? Не бзди, братаны, прорвемся! Теперь мы сила! Куда ты рулишь, косая рожа? Дай сюда руль, покажу! Ребята, тени лыком шиты, Настенька простая. Все, спасибо. Дальше я сам. Да, все, конечно, дальше некуда. Ну, рассчиталась. Батюшки. Я забыл сдать ей сдачу. Я пас. Я под этим идиотом не подпишусь. Заказ пошел, дятел. Обратно не отмотаешь. Но это ж курам насмех. Мало ли по городу толковых братанов шныряет. Это наша поляна, дятел. Наша. Нельзя сюда волков подпускать. Всю работу на себя передернут, и нас же потом схавают. А это вон, шлепнем, и нет проблем. Внимание, внимание. Я четвертый. Я второй. Третий, все нормально. Все хорошо. Все чисто. Седьмой, я первый. Можно, можно. Да не вертись, придурок. Секунду вычисли. Просто руки чешутся его завалить. Сейчас бы и удавил кровосос. Тут все наводки и аванс от заказчика. Остальное потом получишь, когда в пятницу сделаешь все как надо. В четверг сделаю. А что рассусоливать?
пятницу, болван, значит, в пятницу. Не беси меня! Не промахнешься, валенок. Соколу на лету яйца отстреливал. Ты чё? Откуда у сокола яйца? А потому и нету. Ну, гляди, вонючка. Если что не так, нарублю из тебя фаршу, закатаю в пельмени, и тебя же заставлю эти пельмени схавать. Башмачника за Бубнова. Ну как же, башмачник самоубийца. И что ценного я у вас на сей раз стянула? Наоборот, вы забыли сдачу. Ах, так вы гоняетесь за мной по заданию магазина. Ну не сам же по себе. Еще мне велено узнать, как носятся наши босоножки. Вас больше не терзают похоронные настроения. Слушайте, что вам от меня надо? Что вы ко мне прилипли? Гоняется по пятам, не пройти, не проехать. Ничего не надо. Вернусь сдачу и все дела. Уже. Что? Уже? Пятница? Сынок! Какой сегодня день? Пятница? Сегодня ночь, папа. Завтра пятница. Наваждение. Календарь приснился. А на нем кровавыми буквами пятница. Зачем тебе пятница? Ага. Так я тебе и продал. Размечтался. Ишь, не спит. Вынюхивает. Thank you.
убьют. Убьют как минимум. А, Федя? Пронесет, Георгий Маркович. Всегда проносило. Зарплату. Купим тебе пальто к сезону. Ты что за новости? Ты же просил не таскать квартиру, всякую дрянь. Хочешь опять куда-нибудь вляпаться? Уже, сынок, дальше некуда. Считай, что с завтрашнего дня твой отец пельмени. Недельку отлежишься, все как рукой снимет. Ой, недельку. Уже через 3 часа пушлык опускает на окна шторы, и все, я труп. Эти шакалы найдут меня где угодно. Ой, какие шакалы, папа. Куда ты опять ввязался? Ну, ты же понимаешь, сынок, что все это только ради тебя. Сердце разрывается смотреть, как ты с утра до ночи батрачишь на этого обувного дегенерата. Как ты бедствуешь и мыкаешься. Так, хватит кроить, папа. Кто такой пухлый? Это не человек, сынок, это чудовище. Такие, как он, не должны ходить по нашей земле. Я бы грохнул его бесплатно. Но мне навязали за это крупную сумму. Тебе ведь нужны деньги, сынок. Сердце вливается, как ты бедствуешь. Ты знаешь, папа, как это называется? Я знаю только одно, сынок. Если пухлый доживет до утра, из твоего отца накрутит пельмени. Ты хочешь сказать, папа, что ты докатился до того, что готов пойти за деньги? Да, сынок, я докатился. Но идти придется тебе. Это шутка, папа. Дурацкий розыгрыш, верно? Я жду, папа. Отвечай мне, старый осел! Ты уже детство перестань играть в твои глупости, задницы! Я всю жизнь ждал возвращения отца. Все пороги оббил, клянчил тебе амнистию, и вот теперь ты приходишь и говоришь, что готов заделаться наемным убийцей. Да лучше я тебя сам. Вот этими вот руками. Вот этими вот руками. Ты трожь, это мне. Дай. Дай сюда. Кого? А когда это я кого подводил? Да ты застал меня на самом пороге. А какие проблемы? Да раз плюнуть. Да нет вопросов. Да чем базар? Да 1000%. Готовьте бабки. Ха-ха, к черту! Об одном прошу, сынок. Положи меня рядом с матерью. Папа, прекрати, мы обязательно что-нибудь придумаем. Только она одна любила меня на этом свете. Больше никто. Никто не вступится за старого больного. Никому не нужно оборваться. Никто. Но то, что ты предлагаешь, это немыслимо. Это абсолютно исключено, папа. Абсолютно! Абсолютно!
пожалуйста. Зеленая 15, девушка. Зеленая 15, да вот, пожалуйста. Спасибо. Я ваш убийца. Господи, пол жизни было то, чтобы кто-то сделал это самое вместо меня. В смысле? Ну, не хотите же вы сказать, что забрались сюда, чтобы посмотреть футбол по нашему телевизору? Я не очень. Значит, извращенец. Иначе зачем вы стали подглядывать за мной в бинокль? Я не за вами. Вот как. А за кем же вы подглядываете, если не секрет? Я за вашим мужем. Какое разочарование. И вы туда же. А я так запала на вас еще в магазине, а вы, оказывается, работаете там, чтобы примерять втихаря на себя дамские туфельки, да? И давно у вас отношения? У нас? С кем? Хватит строить из себя недоумка. Соперница, блин, разлучница. Что? Выбрали без выходного пособия? Разбитое сердце позвало на чердак? Хоть краешком глаза увидеть родную лысину? Полюбуйся, на кого нас с тобой променял. Что ты после этого зачирикаешь? Разве я не прелесть? Алло. Алло. Пусик,
Я передумала ночевать в Монатахе. Я возвращаюсь. Что значит почему? Соскучилась по тебе до смерти. Все, несусь на крыльях. По-вашему, я не права? По-вашему, нужно сидеть и дожидаться, пока не прикончит меня первую? Или выбросит на улицу с 3 рублями в кармане, да? Не знаю. Ну, а теперь между нами, девочками. Что вас сюда занесло? Я пришел убить вашего мужа. Ну, давно так. Надеюсь, хотя бы здесь вы уступите место даме. Вы еще найдете свою судьбу. Спасибо. Не за что. Теперь я вам обязан по гробу жизни. Верните хотя бы сдачу за босоножки. Очумела? Китайскую вазу в дребезги. Скажи спасибо, что не голову. Сама удивляюсь, как удержалась от такого соблазна. Федя, давай дублера. И все-таки, почему они заменили этого старого дурака, дворника рыболова? Что-то здесь нечисто. Какая тебе разница? Жив-здоров, слава богу, лучше о некрологе своем подумай. Думаешь, этот щенок нам поверил? А куда ему деваться, Георгий Маркович? Работа выполнена в лучшем виде. Он же не совсем идиот, чтобы колоться и терять собственные бабки. Вот и все. Я убит. Убит этими подлыми скотами, этими выродками. Как теперь жить? Без меня, выдающийся финансист, гений бухгалтерского учета. Я был в первых рядах. Пуля-убийца оборвала песню. Но я верю, ее допоют. Ее подхватят другие. Некогда рыдать, Жора. Соседка видела, как я возвращаюсь. Делайте все, что надо, и вы метайтесь. Полковника Жмеринова, пожалуйста. Отойди от нее, клоун! Долго ты мне будешь нервы мотать? В зале валюта косяком ходит. И в самим кассы. Вам помочь? Вам для отдыха, для работы, для торже... Вы здесь? Чему это вы так обрадовались? Только что по телевизору сказали, что органы накрыли убийцу. Ой, простите. Какого черта вы вчера снова торчали на чердаке, да еще светили меня оттуда фонариком? Вам же надоело, да? А вы заметили? Это я в знак нашей с вами солидарности. Чтобы вы не чувствовали себя в одиночестве в такой момент. Так вот, знаете, я больше не намерена сдерживать охрану, которая только и мечтает до вас добраться. Потому что они не могут заснуть из-за вашего идиотского фонаря.
стойте. Погодите. Вы ответили на вопрос. Какой еще вопрос? Так это правда. Вас таскают. Допрашивают. Вам уже что-нибудь предъявили? Нет, пока ограничиваются пытками. Как пытками? Что за шутки? Хотите на чистоту? Можете на меня положиться. Самая кошмарная для меня пытка – это вы. Прощайте. Не знаю, как вы к этому отнесетесь. Но на момент бандитского выстрела ваш супруг был уже не жилец. Что значит не жилец? Он скончался приблизительно часа за три до этого. Что за бред как-то может быть? Ну, возможно, от страха. Наша версия такова. Ему позвонили, хорошенечко напугали. Шок, стресс, то все, пятое, десятое. Так далее. И он умирает в собственном кресле от обширнейшего инфаркта. А бандитская пуля его достала только через три часа. Невероятно. Здравствуйте. Я насчет убийства. Значит так. Пустите! Ваше имя даже не будет фигурировать. Не валяйте дурака. Никого вы не убивали. Убил бы, если бы не вы со своей ревностью. Мотив? Какой у вас был мотив? Я влюблен в супругу покойника. Жить без нее не могу. Этого вам мало? Хватит. Никого бы вы не убили. Нечего тут примазываться. Я бы не убил! Я бы не убил вашего мужа! Да расплюнуть! Я бы не убил! Ха-ха! Посмотрите на нее! Да у меня руки по пояс, в крови! Я бы не убил! Зачем же я вообще полез на чердак с винтовкой, а? Что, съели? Зачем полезли на чердак с винтовкой? Скорее всего, подменяли на боевом посту своего папашу-рецидивиста! Вот зачем! Тише! Вы что орете? Откуда вы знаете про папу? А что тут удивительно? Его почти неделю посла моя служба безопасности, а потом вдруг выныриваете вы. Я перетрясла все, вплоть до Интерпола и внешней разведки. Нет у вас нигде. Вы за свою жизнь даже таракана не погубили. Но ведь вы никому про папу. Обещаете. А вы обещаете не соваться с повинной к следователю, не гоняться за мной по улицам, не дежурить на чердаках, вообще забыть, кто я есть и как меня зовут. Забыл, если бы знал. Скажите, как вас зовут, и я тут же забуду. Наглость. Хотите угробить свидетеля? Есть проверенный способ. Выходите за меня замуж. Прошу вас! Держите. И сердце. Так. Горохов Антон. Очень приятно. Алиса, дальше что, фамилию? Фамилию не надо. Возьмешь мою. Да. Какая прелесть. Едем знакомиться с нашим папой Бундюком? Ну, это при условии, если ты умеешь готовить омлет с консервированными помидорами. Батюшки, все пропало. Уроки кулинарии. Ну тогда прощай навсегда. Ой!
хвоста не привела? Жора, я спрашиваю, хвоста нет за тобой? Ты не мог бы найти местечко, где бы не так воняло? Тише, дура! Не подходи! Я нигде не в безопасности. Принесла? Здесь отчет о ходе следствия. Жмеринов опять просит денег. Да тише ты, идиотка! Никаких фамилий! Брось побои! Убийцу взяли? Кого? Моего убийцу, который поднял на меня руку. Он что, еще не наказан? Опомнись, Жора, он же на первом допросе расколется про меня. Ты меня хочешь под монастырь подвести, да? Ты права, птичка моя. Просто замочим его по-тихому, и все. Это ты хорошо придумала. Ты на черта он тебе сдался, тупой исполнитель. Чтоб неповадно было. Только деньги переводите, больше ничего. Жора, в чем дело? Жора. А ты хотя бы скучаешь там без меня, а? Хотя бы чуточку. Ой, опустила без тебя земля, Жора. Ой, я сижу один в дачном погребе, как в могиле. Я тебе даже позвонить не могу. Что прослушивается? Да подожди! Меня! Подожди ты! Ты нашел место, Жора! У меня ведь никого нет, Алиса. Только ты да Федя. Прекрати немедленно! Пусти, говорю! Да ты что, пусти! Ах ты, гад! Подожди! И немедленно я кому сказала! Сейчас! Не стыдно? Бабуся! А ты тоже хороша. Что, помойку не поделили? Ни на минуту нельзя оставить. Чего тебя вообще сюда занесло? А если бы я случайно не увидал твоего автомобиля? Ты соображаешь, чем бы все кончилось? Значит так, башмачник. Видно, по-хорошему ты не рюхаешь. Хорошо, тогда так. Садись-ка ты, башмачник Антоша, на свой сраный самокат и вали искать себе мотальщицу Дусю, пока я окончательно не разозлилась. Теперь-то я понимаю, почему ты грохнула мужа. Он мешал тебе свободно кувыркаться с пьяными тетками по помойкам. Сдача за босоножки. Передай своей подруге мои извинения. Ты привела хвост, Алиса. Я погиб. Жора. Ты привела хвост, Алиса. Жора. Жора, успокойся. Это простой башмачник из обувного. Гоняйся за мной, чтобы вернуть сдачу. Бывают придурки, Жорочка. Ну, что он мог подумать, глядя на нас с тобой на помойке? На помойке, что он мог подумать? Я узнал. Это был он. Жора. Мой убийца. Ребята, те милые там щиты, Настеньку в кусты поволокли. Опа! Милые там щиты, две пачки чая и кипяток, Настеньку в кусты поволокли. Ну ты прямо помолодел, Ванючка. Вот что значит мастеровой предел. Я что звонил-то? Халтура свалилась. Не в жилу Зеленого из койки выдергивай. Кого? Зеленого?
А кто такой зеленый вообще? Зеленый. Там делов-то. Базару больше. А ребята те не лыком и щиты. Настеньку в кусты полотали. Это те не лыком и щиты. Ты чё, Ванючка? А? Кого? Ты чё-то вроде обратно постарел. По-вашему, это не будет слишком вызывающе смотреться на мне на свадьбе сестры? Сестры? Какой сестры? Моя сестра наконец-то дождалась принца. Не хотелось бы ей портить в такой день настроение. А то я как не оденусь, вечно с ней рядом, как царица с уборщицей. Понимаете? Ну, так вы не берите с собой на свадьбу швабру с ведром. Козел! Скотина! Это какая серия? Это же датская серия, которая на два размера меньше указана в каталоге. Крепитесь, милочка, мы рядом. Чудовищно жмут новые туфли. Туфли? Ага. Мне кажется, подсунули оба на левую ногу. Наглая ложь. Я лично проверяю каждую пару. Ты? Прости. Что опять за выходки? Успокойся, я здесь не частное лицо. Прислали от магазина. Проблемы? Дерьмо, ваша обувь. Деньги на ветер. Надо вначале примерять, а уже потом швыряться деньги. Все равно дерьмо, ничего больше у вас не куплю. Еще бы. Для нашей обуви нужны как минимум ноги. Что? Тихо. Новая услуга от магазина. То же самое, на размер больше. Доставка прямо на кладбище к могиле клиента. Ну, до могилы я не дотяну. Свалюсь по дороге. А, что? А! Что на шатырь! Случилось? Есть у кого-нибудь на шатырь? Ничего. Это обмылка, это бывает. Боже, какое облегчение. Сколько с меня за услугу? Ничего. Подарок от магазина. Выдающийся финансист. Гений бухгалтерского учета. Он шел в авангарде. В авангарде... Ты безумный! В гостиной твой вонючий очень круто! Плевать, я твой! Освещая дорогу идущим за ним ученикам. Пуля убийцы оборвала песню, но ее подхватят. Ее допоют другие. Шкура первый хотел меня завалить. Хотя его место в ваших сердцах всегда будет свободно. Жена, я знаю, он здесь, с нами. Да, куда от него денешься? Ух ты!
объяснить, что происходит? Завтра отваливаем! Как завтра? Мы же собирались на твои сороковины. Веренного поперли. Дело вернули на пересмотр. 10-го мы их сгумацаем. Нельзя все раскроется. Да завтра нам уже все будет по барабану. Мы победили, птичка моя. Мы их сделали, этих козлов, этих дебилов. Жора! Жора, не праздну раньше победа. Хватит каркать! Все, дело сделано. Квартиры, машины, офисы, все продано. Завтра сюда въезжают чужие люди. Последняя ночь, Алиса. И круче нас останутся только звезды на небе. Враги, Сеня, бандиты поганые. И одет ты, Жора, не то, что здесь. Да, Сеня, здесь тебе не то, что там. Мне пора, Сеня, не положено. Понимаю. Где мои деньги, Жора? Не губи, Жора. Ты ж там, во всем готовом. А здесь без денег, петля. Никому ни слова. Мадила, Жор, да как ты можешь, скотина, на поминках друга про деньги? Ты о душе лучше подумай, жадная сволочь. Жора, попроси. Я же тебе отдал все, что было, Жора. Блядь, последнюю рубаху. Жора, гореть я в аду. Только скажи, где деньги? Эту тайну, Сеня, я унес с собой в могилу. Участием. Когда это кончится, наконец? Началось, успокойся. Стой. Я не могу оставлять свидетелей. Они нас из-под земли достанут. Ясно, ясно. Я жена своего мужа, башмачник. Слишком большие деньги в игре. Такие деньги у тебя мозгов не хватит сосчитать. Перекашивает от злости, что мой муж оказался жив и здоров. Ну, это-то ненадолго. На свете еще столько неохваченных идиотов, которые просто мечтают забросать его в могилу личными сбережениями. Да ты просто завидуешь! Неудачник! Подай ведро. Меня сейчас тошнит от зависти. Но я не могу остаться.
остаться. Я потом сама себя засмею. Я не могу жить на чердаках. Я вообще уже не способна давно на такие глупости. А никто тебя не просит остаться. Ты, кукла бандитка. Рвань, голодающий, поволжья. Дешевая лялька в дорогой обуви. Недоумок! Недоумок! Нищета! Казанская! Не все же золото, что блестит! Извращенка! Благодный Ленинград! Благодарю божеству! Зато я не сплю с покойниками! Сынок, ты? Я, папа. Как успехи, сынок? Шикарно, папа. Слушай сюда. Я тут скопил немного. Ты не взялся бы замочить меня по какой-нибудь льготной стоимости? Как? Есть же у вас там какие-то скидки для родственников. Это ты мне? Своему родному отцу? Да тебя за такое убить мало. Давай, папа. Все равно мне без нее. Хана. Да ты понимаешь, что ты несешь? Замочить. А если у меня потом с поясницей чего, кто мне тогда воды подаст? Папа, она уезжает. Нет, ты не проси, понял? Как сговорились. Одни баксы предлагают, другой зарплату. Нашли козла отпущения. Какие баксы? Какие баксы, папа? Кто предлагает? Баксы как баксы. Зеленые. Дали немножечко от тебя избавиться. Значит, меня тебе уже заказали? Ты как хотел? Один ты умный, все дураки. Он там с винтовкой по чердакам шныряет, а ему за это спасибо. Нет, сынок, получил удовольствие, плати по счетам. Так-то. Спасибо, папа. Удовольствие. Ладно, не кисни. Своих не трону. Собирай манатки. В леса уходим. Пересидим. Годка 3-4. Не впервой, а там будь что будет. Все наоборот, папа. Теперь это ради нее, понимаешь? Че бубнишь-то? Кого нее? Нельзя, папа, свидетелей оставлять. Она всю жизнь дергаться будет. Ждать, когда их накроют и растерзают. Нельзя этого допустить, папа. Никак нельзя. Где проблема? Кого мочить? Кто свидетель? Я, папа. Жора, да хуже! Алкоголичка! Нашла время так нажраться! Давай в машину! Чего не тянут? С минуты на минуту, Георгий Маркович. Время есть. Где похер? Убери ты ее к чертовой матери! На регистрацию идем последними. Опаздывающих меньше шмонают. Папа. За законно. Так работай его по-честному. И все же мне за тебя корячится. Пощади, сынок, не могу я родню за деньги. Откажись, папа. Наплюй на деньги. Сделай что-нибудь в жизни человеческого благородства. Здрасте, откажись. С какого перепугу мне тогда мочить своего ребенка? Слушай, папа,
Я ведь могу и передумать. Тогда ты и денег никаких не получишь. И пельмени из тебя накрутят, не обрадуешься. А меня все равно кончат, не ты так зеленый. Да я ж не против, было бы за что, да я ж с удовольствием. Ты хочешь знать, за что, папа? Клянусь, сынок, было бы за что, убил бы на месте. Ну тогда знай, папа. Не сын я тебе. Вот так. Как не сын, сынок? А кто же ты? Никто, папа. Чужой человек. Мать мне напоследок шепнула. Была у нее история во время твоей отсидки. Понимаешь? Тугарик. Кто? Тугарик вылитый. Тот-то я гляжу, натура у тебя чужая. Ну, сынок, в самое сердце. Ты чего, папа? Папа! У них язык проворачивается. Растоптали, суки, достоинства, а теперь, папа, кого я рожал, выхаживал, ночи не спал, ублюдка Тугарикова. А вы с мамашей столько лет за моей спиной со смеху помирали. А теперь, папа! Папа, погоди, папа! И кровь моя закипает, и нету тебе пощады, собака! Папа! Тебя точно сегодня выкопали, Сашка? Да, тла, дорогая. Кстати, о себе тоже можешь не беспокоиться. Что мне о себе беспокоиться? Фокус-покус. Последняя пасть захлопнулась навсегда. Вот и все, дорогая. Теперь у нас с тобой стерильное прошлое. Вернее сказать, теперь его у нас нет. Будем сочинять его заново, птичка моя. Увлекательное занятие. Там человек 8 у регистрации. Oh!
прощения, господа. Так вы летите или чего? Решайтесь уже, решайтесь. Захлопни пасть, сука! Уволен за прогулы. Двое суток. Ни слуху, ни духу. У вас должен быть его адрес. Людей не хватает. Где? Каких людей? В банде. Почему-то, когда надо кого-то добить, посылают именно тебя. Ты меня сейчас добьешь. Крыса ты чердачная. Ну, каким образом? Я же своими глазами видела фотографию. Ужас. Пришлось на зиму отказаться от целой банки консервированных помидоров. Последнюю секунду он вспомнил, что Гарика посадили за 2 года до моего рождения. Кто такой Тугарик? Откуда мне знать? Он еще не вышел. Звереешь, вонючка. Как пацана из уродов. Года. В завязке. С такими халтурками раньше клиента коньки отбросишь. Лады, тогда пускай это пятнаха зеленому достается. Сколько, сколько? Милые,
За сумочки не присмотрите. Я про регистрацию расспрашиваю. Ты чего, тетка, опухла? Люди отдыхают. Оставляйте, бабусь. Благодарю. Не сомневаюсь. Благодарю. У нас как в банке. Ты не представляешь, Федя, как приятно сознавать, что кто-то в этой жизни тебе еще доверяет. Мы сделали, Федя! Мы сделали этих уродов! Этих дебилов! Этих козлов! Аккуратнее надо, Жора, с загробной жизнью. Мы так в доме. Всю мебель перекалывать. Не беда. До свалки рукой подать. Погоди. Мы же здесь погибнем от жажды и голода. Кусь, чего нам покойникам опасаться? Покойник это ты, а нам живым. Хотя бы раз в три дня нужна дозаправка. Магазин закроется через полчаса. Лиди, строжайшая экономия. Я тут составил список продуктов. Вот. Да, продуктов. Я думала, это инструкция по травле на чердаке паразитов. Обещаю тебе. Готовься, гадина. Распрямись.
расправа будет чудовищной. Ух, я тебе устрою. В смятку. В дерьмо. Сейчас я вам помогу. Все кончено. Вы свободны. Отвали, придурок. Весь кайф обломал. Фантастика. Ты жива. Невероятно. Он же шел за тобой следом. Слушай, успокойся. Тебе за каждым углом уже мерещатся маньяки и киллеры. Ну, подумай сам, мне-то что может угрожать? Погода портится. А на нашем чердачке сейчас тепло и уютно. Значит, ты ни о чем не жалеешь? Я по поводу чердака. Хорошо, что напомнил. Нужно непременно сходить на свалку и взять, наконец, нормальную вешалку. Эти гвозди просто кошмар. Я тебя обожаю. Ты... И хотелось бы взять стиральную доску, сейчас полно выбрасываю, полочку для обуви, кубики. Еще я мечтаю. Алиса! Алиса! Алиса, открой глаза.
Алиса! Скорая! Скорее! Умирает! Фрунзенская набережная, возле мини-маркета. Сволочи. Гады! Это я должен был быть на ее месте. Это я! Она была обречена. Не я, так другой. Все равно бы ее завалили. Но почему это оказался именно ты? Папа! Это не я, сынок. Это все деньги, проклятые. Вот они, сволочи. Что они творят, сынок? Сынок, ты что, сынок? Тебе конец, папа. Сынок, клянусь, памяти матери, никогда больше. Я же отец тебе родной, а она приблудная. Не будешь ты стрелять в больного, беззащитного старика? Буду, папа. Потому что ты паразит и убийца. Молись, папа. Иди ты к маме. Антоша? Это невозможно. Консервированные помидоры. Обе на вылет. Где умирающий? Кто звонил? Я! Я умирающий! Я только что был одной ногой в могиле. И опасности еще не миновала. Эй, погодите, вы куда? Скорее, доктор! Вы меня теряете! Антоша, пошли домой. Куда домой? К себе. Зажжем фонарик и будем ужинать. Не надоело гаситься по чердакам? Антоша, не пугай меня, что ты задумал? Это про тебя Ванючка звонил. По 3 штукаря авансу. После дела каждому по 20. По 20 штук. Каждому? Кто за базар ответит? Может, это подстава? Ванючка ответит. Своей башкой. Ноги скоро протянут. Ну, Ванючка, где он такого болвана откупал? Хрень какая-то. Чё там? Уколись, чё такое? Вообще беспредел. Да ну, колись, чё такое? За воспитателей взялись. Из детских садов. Козлы. Ничего святого. Ну, мало ли, может, за сопляка своего хотят наказать.
Ну, это байда вообще конкретно. А что, что там? Петля. Пенсионеров мочишь. Героев труда. У меня в соседнем подъезде мешки собирают. По времена. Не говори, брат. Лютые времена. Ну что, накатим? За нашу повязку, брат. Братаны, мы с тобой. Не братаны. И работа у нас на износ, брательник. Ты не думай, он неплохой. Если б ты знала, какие муки совести его по ночам терзают. Наверное, столько бедствовал, что нажил себе психоз на денежной почве. Поразительно. Откуда ты всегда все понимаешь? У меня просто был приблизительно такой же диагноз. Поразительно. Со зла стрелял. Ну, он же деньги в семью. Ну, еще бы. Значит, как бы мы купили наш маленький обувной магазинчик? И потом, если бы не папа, вряд ли мы были бы сейчас вместе. Вот это самое главное в оправдании. Его нигде нет. Ни в палате, ни в перевязочной. Ничего не понимаю. Он так ждал, когда вы его заберете. Ничего не понимаю. Может, мы разминулись? Может, он давно уже дома? Я не удивлюсь, если он уже на кухне вскрывает банку твоих любимых сервированных помидоров. Сынок! Алло, сынок! Сынок! Подгоняй машину, сынок! Ты же поклялся. Памятью нашей матери. Дома, дома, сынок. Подгоняй машину, сейчас спохватятся. А пошел бы ты, папа, знаешь, куда? Сынок, погоди. Они же им почти что не пользуются. Вот он. Тонь. Тонь, мерзавец. Верните, больной. Больной, верните! Все, папа, на этот раз сам выкручивайся. Давай!
7654321. Протекала речка через речку мост, на мосту овечка, у овечки хвост. Не было бы речки, не было бы моста, как и не было бы овечки, так и не было бы хвоста. Глазами он не ел, не пил, очень мало спал, только цифры повторял.